Добрый день, мои друзья, мои уважаемые подписчики. Сегодня я покажу, у меня сегодня распаковка. Покажу, что я купила на 8 марта. Ну, не совсем-то на 8 марта, ну, просто вот то, что я купила сегодня. Вот, вот такая вот крышка. Купила вот такой вот. Что у меня тут все раскрылось. Вот такое вот. Такую краску буду краситься. Так, купила я вот такой вот, значит, дары природы, свежеотборный натуральный чернослив сушеный без косточек. Вот. Купила, что еще то ну вот тут вот купила свинину тушеную. Все это я купила. Сковородку тоже вот купила. Вот такую. И, значит, что еще? А, и вот такой вот соус тартар. Буду готовить на 8 марта. Ну, в общем-то, и все. В общем-то, и все. Еще вот такие вот наушники. И все, мои дорогие друзья. Это вот мои подарочки на 8 марта. Мне просто сын перечислил денег, и я пошла купила себе все, что я хочу. Сын у меня в Краснодаре, поэтому, к сожалению, не сможет прийти ко мне на праздник. Просто перечислил мне денежку заранее, причем сегодня, какой у нас сегодня... 6 у нас сегодня марта. Вот на улице очень-очень хорошо. Очень-очень замечательно. Плюс 3 градуса. Солнце светит вовсю. Его просто пока еще не видно, потому что у меня западная сторона еще пока не пришло сюда солнце. Но будет, наверное, очень-очень тепло и хорошо в квартире.